Билет номер 12. Вопрос номер один. В каких случаях разрешена эксплуатация самоходной машины, если на световых приборах установлены стандартные рассеиватели? Вопрос номер два. Эксплуатация самоходной машины, имеющей не предусмотренные конструкции перемещения деталей и узлов, запрещена. Вопрос номер три. Можно ли перевозить людей? Нельзя. Вопрос номер четыре. Можно ли эксплуатировать самоходную машину неисправным усилителем рулевого управления? Запрещено. Как-то там на усмотрение водителя, но запрещено. Вопрос номер пять. При вынужденной остановке самоходной машины на склон необходимо... Ануна. Угу. Прикинь. Вопрос номер 6. Допускается ли эксплуатация самоходной машины, если отсутствует устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче? Не допускается. Вопрос номер 7. Можно ли эксплуатировать самоходные машины с превышением нормы дымности? Нельзя. Потому что приводит к загрязнению экологии. Вопрос номер 8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с обмороком.